Дернуть кто-то командира там, ДКшка или кто там, бар. Давайте командира сразу. Спасите! Я под этим деревом. Мне нужна помощь. Твоя сила на исходе, древнейшая. Если будет у кого-то демон, скоро ты присоединишься к своим друзьям. Что, Слав, проверишь? Блин, нахера вы этих двоих притянули? Дайте рост.
Даже каст, скорость каста замедлил, что не можете стан дать. Так, я уже тут. Бежался. Я пока не могу прочитать это заклинание. Он диван просто дал. Я пока не могу прочитать это заклинание. Ну, а что там по бафам? Протопал симпрот, анти МП5, синеглазка, кулаки, оливер каски. Давайте все тут можете фулл бафы, давайте. Кушайте рыбу. А я герчок, да? Оля, каску раздай всем. Чё, робо зайти? Заходи по корове. Надо спросить, когда он... Нет, он рухнулся. Подожди, Став, поставь шкаф на стене. Вот сейчас. Если сумасшедший, значит, рога зависит. Захожу в лагерь. Короче, все тут давайте пуляем. И фиг стоять ждать. ДК там какой-то начинай. А как же один лёд? Ну, там охотники, снимайте ступени. Один лёд надо. Да нет. Два, по-моему, дают. По одному. По резке по одному. С Халиона три, с миников по одному. Что привело тебя сюда?
Идите на шкаф сразу. Так, там Джейн, подходи, идите на шкаф. Давай, потанчу первую копию. Так, кто у нас там? Кеншин вторую и протопал третью. Все, давайте все тут, там дайте какие-то бафы на рогу, можете дать. Всем привет. Привет. Все, мана есть, короче, ДК, начинай потанчу. Каску порубя. Цирк приехал. Умоля. Перед мордой не стойте только. Произошли страшные события. Угол так танк, да. Просто ваншот, наверное. Святилище считалось неприступным. Но до сих пор оно не подвергалось такому штурму. Черные драконы явились из ниоткуда. А есть у кого баночка на СПД? Не, нету. Дайте по звездочке каску кулак. И пороги. Дай вместо щита мне каску, пожалуйста. А я спряталась здесь и запечатала вход. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Но основной целью... Протодарь, начинайте ДК. Стой, стой, блин. Не успел зайти. Отойди от той двери, встань там, где Заритриан стоит, чтобы тебя трэш не убил, там Фотон и кто там еще. Я вот. Или ближе к выходу пройдите. Пойди на центр. Мне не ведомо, чего добиваются эти захватчики. Фотон их сагрил. Их нужно остановить. Ну, бегите к выходу, если успеете. Это было гениально. Это было гениально. Ты сказал, короче, что трэш не нагреть. Он на них прямо поехал. Гоняет этот трэш на коне. Красава. Давайте идите в ту сторону. Пишите в РК, кто на какой спект кролит. Быстренько вам сейчас расскажу. Это все говно быстро убиваем и расходимся. Потому что пол первого уже. Прислал у тебя пол пятого. Пипец. Как ты спишь вообще? Через день. Он сейчас все видосы будет выложивать. По ночи. Так, ладно, давайте. Первая пати всегда во тьме будет. Снеглазка. Первый фридом.
Оливер, второй Freedom, хэпал во тьме тоже будешь. Так, синеглазка, бей средоточием, которое на ману, Оливер на хилку будешь бить. Так, синеглазка на броню, Оливер средоточие. Четвертая пати, кроме демона, остается добивать. Демон заходишь во тьму. Так, танки. По танчу начинаешь первый, заходишь во тьму. Кеншин, големов, на второй фазе Халена и големов. Анти остается с Кеншином. Хилы. Оливер. Анти. Давай, Гаргот. В свету, остальные все во тьме. Теперь друиды по инерам. Пухнастик заливаешь ультрашаму. Кеймен заливаешь Гарготу. На второй фазе пристычь разрыв бьем. Так, кто там на второй фазе может пересмотреть, когда мы в свет выйдем? Оливер, Кастору включи. Оливер не врка, он тьму хилит? Да. Во тьме один Ретрик. Ну да, Ретрик и Оливер будет. Прикинули уже? Оливер в РК? Ну, агрессив, наверное, это он. Или нет? Я его закинул. Оливер, ты в РК? Займал, чем так долго отвечает? Перекиньте вы. Его нету у стены никого. Сука. Так как у тебя ник в РК, блядь, ты напиши. И тебе спрашивают в РК, ты отвечаешь. Да я забыл этот колонки включить, извините. Привет. Привет. Короче, во тьме танчишь, аура на броню, Freedom второй танчим? Твой. Ну, суси хилишь. Ага. Freedom второй твой с этот правосудие света, которое хиловское. Так, первый синеглазка дает, ты второй. Аура сосредоточие будет. Ну, по танкам. По танчу начинаешь, заходишь во тьму, Кеншин. Големов на второй фазе, холёный големов. Четвертый остается добивать. Присты на второй фазе взрывом бьем, когда выйдем. Кто сможет подиспелить вторую фазу? Красимчик, мобильный хил. Подиспелите? Ну ладно, я подиспелю туда. Сейчас только гляну, что у меня там диспел. Понятно. Ладно. Напишите там, как кто на Криспе кролит. Давайте. Заходим в зрение, чек на пол. Хоть какой аршам цвету. Гаргот же, да, гаргот цвету. Ультрашам во тьме. Ну, все на пол, мелкого трэша на протопала, на деморайзера. Так, ультрашам готов. Ну давайте, заходим в зрение, ДК начинай. Давайте, убиваем его сразу и расходимся спать. Смотрим, сейчас будет метка, хвосту выносим, клеймен выноси. Смотрим, падает, бежим. Смотрим, как будет лужи литься, в лужах не дохните. Бар выноси. Не спел его. И на дисплее на первой фазе 5 штук.
Давайте метку кусту выносим, через хвост возвращайтесь. Метка сейчас будет на... на ком-то. Или не будет. Бежим. Смотрим, как лужи будут литься. В лужах не дохните. Нормально. Бейте халюна, переводим, потом трэш мелкий добьем. Давайте 100% халюна бейте вещи. Бейте халюна, 1%. ДК сразу заходи. Четвертая, кроме демона, остается. Крим... Вар, выноси, короче. Заходите, рейд. Во тьме в печеньку становитесь. Слава на тебе, метка. Бейте трусы. Лол, нахуй. Кто там криво-то? Выносит и дисплей, не надо так дисплей до стенки. Добегайте и будем нормально это убивать и уходить отсюда. Там давания не было, уходишь. Мне нравится вот это вот свое время терять на всяких бесполезных вайпах. Кстати, МД, скажите, когда заходить? Заходите. Заходите, МД, ты в рейде? 3 секунды. Да. Ты на ком? На сове. Блять. Пошла. А чё? Не, ничего. Я знал просто. Кто длани во тьме кидает? Тренеглазка первая, Оливер вторая. Смотрите там во тьме, покомандуйте, я вздох, короче. БДК готовься, только первая пати во тьме остается, остальные все выходим. Пухнасик, риснешь Клеймина, он под боссом. Клеймин, риснешь меня, я тоже под боссом. Дайте, выходите, свет. Заебись. Стой, не рисы, не рисы, падайте, падайте. Ты там риснул уже, ну падайте. Я тебя не риснул, у меня есть. От друида разного. Сколько еще таких героев? Сколько еще таких героев? Так в смысле вынесли? Я, блядь, выбегал и сразу диспел. Ну, так что я сделаю? Ну, я не знаю, что там, в портал выносить надо метку. Она когда выходит в портал, на тебе метка, она диспелится в портале, и все умирают. Да нет, не надо сразу было выходить. Ну я там сдох, так что сами виноваты. Ну кто там под боссом валяется? Давайте, быстрее вставайте. Да дело-то не в этом, дело, что совпало, когда именно выходили. Поэтому метка, в одну секунду. Да, на мне метка была. Что там, все зашли, давайте, все тут фулбафы, давайте кушайте рыбу. И давайте как-то хрёно речи бейте, а не трэш. Но то там почти третий метеор падает. Чек на пол, каску там раздайте. Оливер, каски раздаешь.
Чек на пол. Рит на ХБ потом не забудьте. Давайте все готовы, заходим за линию. Ходите быстрее. ДК, начинай. Метку к хвосту, через хвост возвращайтесь, Эльчапа. Бежим. Ну, диспельте хилы, его 5 хилов. На первой фазе сами диспельте. Лужа смотрит, льется в рейд. Метку к хвосту выносим, Моджер, через хвост возвращайся. Диспел. Бежим. А Клайман кому дает ману во тьме? Лужа нормально, ты хер его знает, кому это говорил. Кому-то подумал. Шаману, Клеймен выноси. Ну, Аргоду будешь заливать. Этих Алена, давайте 3% переводим. ДК сразу заходи, я скажу, когда зайти, четвертый остается. Этих Алена быстрее сейчас будет метеорит еще один. Паровод выноси. Заходите, рейд. Блять, опять два не нету, нахуй. Ну, первая синеглазка должна кидать. Кинул, когда я уже под спринтами вышел с этой ловушки. Скажете, когда заходить, может, там будет? Заходите. Давайте, заходим. Пропускайте лезвие. Ближе к морде выносите, пропускайте. Миколка, пропускай ближе к морде. Блять, выноси, Миколка, к морде выноси. Он тупой, нахуй. Ваня, вот ты говоришь, пропускай, нахуй. Как он его пропустит там, блядь? Он убьет же, нахуй. Пиздец, нахуй. Всегда так говорил. Я не знаю. И разоревайте, мобильный хил выноси. Я дословно понял. Он отпрыгнул прямо в лезвие. Да я не пропустил. 51, давайте после метки будем выходить, дурн выноси. Только первое во тьме остается, давайте выходим в свет. Кресты бьем через взрыв. Рост свету. Первая метка, свет ровно назад выносится. Анти выноси. Дима, прожмись. Хильки анти. Смотрим, падает, сейчас будет. Поворачивай, Нарит, поворачивай, смещаемся. Готовь сакру. Давайте трэш нафуливаем. Смотрим, лужа в рейд. Коварная. Чарам выноси. РДД больших, милики маленьких. Отводи мелкий трэш, чуть дальше отведи. Чаран сдох. Стану больше. В хильте протопало. Играйте, рост во тьме, рост во тьме. Агро. Давайте бьем Халёна свету. Смотрим, сейчас будет падать. Бежим. Так,
Тьма, стопаните, свет вьем халеона, напуливаем трэш. Потом выноси, сам себя диспелишь. Давайте, свет, играем по трэшу. Тьма, можете бить потихоньку. РД больших, милики маленьких. Фотон гимна ману, а год тотем ставь. Так, ворота хильте хорошо. Так, играем свету по халиону, ничего не стопаем. Смотрим, бежим. Тьма, стопайте чуть. Это закиньте меня чаром, чаром я встану. Давай, вставай. Бейте халиону на свету. Все, нормально. Хирос... Мах, выноси, короче, сам себя продиспелишь. Играем свету по трэшу. Присты бьем через риф, не забываем. Давайте. Криминал, криминал, блядь, мира. Криминал, блядь, криминал, сука, не туда несешь, блядь. Ладно, нормально. У нас снова перевес был. Дайте Арготу, бежим. Арготу там паладины руки киньте, свет не бьем, свет не бьем. Свет ждем трэш. Смотрим, две лужи в рейд. Фух, повезло. Давайте по трэшу играем, свет. Только трэш бейте. Мелких отводи хвосту. Давайте, все нормально. Присты только через рейд бейте, не забывайте. Давайте, добивайте больших, еще один. Наверное, еще один метеор будет. Потом выноси сам сейчас. Давай, Дима, прожмися. Мобильный хил, дай. Подожди, не давай, сейчас перебежим и дашь. Смотрим, падает, бежим. Давайте, свет пока бьем. Напуливаем трэш. Мобильный хил и гимн на ману. Давайте, бьем пока халена. Рот, выноси мобильный хил на хп, на хп, на хп, давай теперь. Бьем трэш или бота? Бьем трэш. Трэш только бейте. Только трэш бейте, свету. Давайте больших и маленьких. Все, играем по халеону. Надо ждать 60. Стопайте, стопайте, стопайте. Не бьем халеона. 47 секунд. Нормально, за 30 секунд убьем. Ждем 60. Не бьем, свет. Бежим. Напуливаем трэш, добиваем халеона. 40, 40. Все, бейте халена, бейте, неважно, бейте, выноси там сам себя диспель. Давайте, 10 секунд у нас есть, 15, 17. Давайте, 2 миллиона. Давай, ничего не выносите, просто бейте, просто бейте. Твою мать, не успели. Да бейте, бейте, бабу сбейте, я додумаю. Дотайте, дотайте. Бейте, просто бейте. Фух. Подберсу нахуй. Как дури. Надо было стопать нахуй. Нахуй вы бьете в свету, блядь, за 30 бля, секунд. Бля, это было красиво. Там и так стопали, там никто не бил. У меня баки пустые, как мартини. Рольте на мейнспек тапки. Надо кому-то. Че, никто не ролит, да? Ну, на оф рольте. А если ты там павший? Так, это на офсе ролится. Паладина на моем ебан, вроде. Надо было идти паладина. Ну, Дима, на офспек. Тебе надо? Кен, что тебе надо тапки? Я тебе отдаю туда. Блин, ну, короче... Глани почти не было. Чешку на мейн спик РТДшную. Еще и чешка РТДшная. Чарам. Да, кольцо хиловское. Ням-ням-ням. Потом топ-хил. Потом писал на хила? Не писал. Хатавай по роллу. Ну туда ультрашаму. А чё, на мейн?
Ну да, ну, не писал просто. Да, я писал на этом уроке. Его ушкурить можно, красота.